Значит, как мы делаем? Мы сейчас выходим в поле, идем, выбираем место каждый себе, то, где ему хорошо. Вот он встанет здесь, ему уютно, приятно на этом месте. Кладем хлеб на землю, наклоняемся, руки вот так на землю. Хлеб без пакетов, без всего кладем. Просим у земли своими словами, чтобы этот год был полный изобилия, денег, ну всего, что вам нужно. Можно даже называть конкретной суммой работу, что вы хотите. Постояли, попросили, вот, руки обязательно на земле, хлеб оставили и ушли. То есть своими словами, как вам хочется. Сегодня мы побывали на встрече в честь праздника Лунгансарт. Было очень много всего нового, мы узнали очень много всего нового, было очень интересно. И спасибо огромное Алене за то, что она нам рассказала много всего интересного и помогла нам со всеми заданиями справиться. Спасибо ей огромное. Для начала хочу сказать, что я впервые здесь, впервые познакомилась с Аленой. Этот человек, даже который здесь люди, я поняла, что собирается. Человек до такой степени чистый, и рядом с ним не могут быть плохие люди. Поэтому здесь собрались хорошие люди, в котором я желаю всем добра, благополучия, главное здоровья, здоровья им близким. И очень важно находиться на природе, потому что это очищается в первую очередь человек. Я получила массу позитивных эмоций. Внутренне мне намного легче. И я надеюсь, что мы еще не первый раз здесь увидимся. Да, здесь очень здорово, очень прекрасная природа, очень интересные ритуалы мы сегодня совершали на деньги, чтобы было много денег. Вот, прекрасная Алена нам рассказала, как это правильно делать. И я считаю, что это все правильно, потому что все связано с природой, с матушкой природой. И обязательно это все сбудется у всех. Главное верить. И любить природу. Любите природу, друзья. И все будет у вас хорошо.